Часто наблюдаем мы в рекламе, машины и бриллианты дамам дарят. Накинув шубы, золотом сверкая, они живут чужой беды не замечая. Но есть на свете женщины другие, им не нужны подарки дорогие. И пусть душа у них разорвана в лохмотья, сильнее их и мудрее вы не найдете. Одна из них, конечно, мама Валя. Своим теплом она животных согревает. За них решительно идет в огонь и в воду, спасает рук, не покладая год за годом. Без отпусков, порой без сна и перерыва, дает таблетки, лечит раны и ушибы. Щенков с котятами и соски ночью поет, а днем с рабочими вольер в приюте строит. Но все никак не убавляются заботы. Опять подбросили коробку под ворота, а в ней щенки. Два из пяти почти не дышат. И нужно корм купить, лекарства, сделать крыши. Повсюду слышен голос Валентины. А не пошли бы вы немного поработать? Ты чистить, ты чинить, ты за водою. Я быстро всех, как в армии, построю. Что ж, дело спорится. Довольные собаки хвостом виляют и совсем не лезут в драки. А сытые коты лежат на солнце, что светит им в открытое оконце. Пасутся овцы и гогочат громко гуси. Кормов сегодня полный склад загрузят. Здоровы все, играют и резвятся. Но это ж надо, что за сказки вдруг приснятся. И снова в бой, покоя ни минуты, решать проблемы, помогать кому-то, искать, просить, терпеть, порой ругаться, смеяться, плакать, только не сдаваться. Так много душ лохматых за спиною, но Валентина не расстанется с мечтою, чтоб каждый хвостик нужный стал кому-то, и опустели наконец-то все приюты. Хозяевам питомцев провожая, порой слезу украдкой вытирает. Ведь все не зря, ничей щенок вчерашний сегодня стал любимым и домашним. Уютно разместившись на диване, спасибо, пес пролает маме Вале, а кошка промурлычет ей. Терпенья, удачи, счастья и, конечно же, везенья. Есть? Просто не допела куплет. Ты пал на пудре ветер высоты, и обнимали облака слегка. На красоту такую, милые вы, уж не посмотрите свысока. Ну что, ребята, как вам у нас? А мне нравится. Хотите к нам в гости? Приезжайте! Друзья, здравствуйте! С вами лохматая душа и Валентина Сивич. Ребят, сегодня у меня день рождения. Что такое 63? Это 3-3-3, складочки все равно останутся. Так что, ребята, надо свой возраст воспринимать так, как он есть. Многие говорят: Валя, ты что такая толстая? А я отвечаю: ребят, а хорошего человека должно быть много. Я так скромно себя хвалю. И еще, ребята, не сочтите за наглость. Но если кто-то действительно относится ко мне с уважением, с улыбкой, друзья, принимаю подарки. Собачьим кормом. Можете дарить мне мешочки от такого до фуры. Ребята, я скромненько принимаю собачий корм. И это, мои хорошие, самый лучший подарок руководителю приюта, как вы понимаете. Я вас всех очень люблю. Я всем вам очень благодарна за все эти годы, что вы с нами. Но, мои хорошие, время меняется, жизнь тоже. Мы с вами не молодеем. Но я рада, что приходят более молодые, поддерживают, вливаются. Друзья, добра должно быть много. Вы с нами, и я буду искренне благодарна вам за мешочек корма. Рада подаркам, друзья, и вам, друзья, очень рада.